Работники роддома Пугачева и Галкина оказались купленными. Об этом сообщает инсайдер. Двойняшки Лиза и Гарри появились в семье Пугачева и Галкина в сентябре 2013 года. В этом году двойня отметила уже 6 лет, а звездные родители никак не нарадуются своими малышами. При этом новость об их появлении на свет произвела настоящий резонанс. Немолодая Алла и Максим, который годится ей в сыновья, воспользовались суррогатным материнством, чтобы стать родителями. На многих телеканалах сразу появились тематические передачи. Студии приглашали их родственников, сотрудников роддома и других лиц, причастных к этой истории. Правда, оказалось, что не вся информация является достоверной. В портале Пикабу часто появляются истории от анонимных пользователей. Так, один из них сообщил, что работники роддома Пугачёва и Галкина оказались купленными. На телевидении приходила не нянечка, а подставная женщина, которой приходится автору письма знакомой. Инсайдер практически обвинил журналистов и руководство программ в том, что они делают сенсации за деньги, ведь по-другому им на хлеб не заработать. На этом история инсайдера не заканчивается. Молодой человек в шутку предложил несколько своих комичных историй, чтобы его заметили и взяли на телевидение. Если в этой истории факты выдуманы, так может и дети семьи подставные. Звезды никогда не расскажут правду и не посвятят поклонников откровенные подробности. Между тем, в сети неоднократно всплывали слухи о том, что настоящей матерью двойни является Кристина Арбакайте. Некоторые в этом уверены и считают, что именно по этой причине Лиза и Гарри похожи на примадонны. В любом случае, Максим всегда называет их родными.